Всем привет, ребята! Добавили новую машинку на Ворстоке. Сейчас будем ее покупать и посмотрим, что за тачка. Машинка JB700W. Автомобиль, как мой друг сказал, Джеймс Бонда. Стоит она 1 470 000. Сразу скажу, что на нее ставятся пушки и какие-то противодействия от других автомобилей. Так, ну что ж, давайте купим. База в Палетто. Так, место, я думаю, там есть. Да, все отлично. Отдали мы 1 470 000. Ну что ж, давайте ее быстренько затюним и посмотрим, что эта машина может вообще и что она из себя представляет. Так, я вот вызвал автомобиль JB. С виду он вообще такой же практически, как продается в обычном магазине. Там тоже есть такая же модель, только без дополнения W, там JB700, по-моему. В общем, пушек на нем нет, ничего нет. Едем тюнить. What's wrong with her now? Так, давайте сразу броню поставим усиленную. Двигатель улучшенный. Так. Ну, турбонаддув обязательно. Трансмиссию гоночную. Так, колеса, стекла. Ну, в принципе, основное, по-моему, да, я затюнил. А, тормоза. Тормоза. Все, основное я затюнил. Идем смотрим, что у нас есть дополнительное оружие. Так, шипастые, скользкие. Этот предмет стал доступен. Так, это не то. Если сработает сейчас баг, о котором мне рассказывал мой друг, то тогда у нас будет дополнительное оружие бесплатно. Пулеметы. Так, смотрим. Видите, у нас спереди на капоте появился пулемет. 109 тысяч. Покупаем. Так, заходим в дополнительное оружие. И, к сожалению, баг этот не сработал. Так, а у друга появился бесплатные вот эти вот пунктики, они уже у него были заполнены. Ну, в принципе, я, насколько понял, шипасты, это будет у нас пробивать шипы, скользящие, это будет просто скользко, когда сзади кто будет ехать, да, получается, если вы сбросите эту мину, то этот чел сзади, который будет ехать, или NPC, просто его развернет. Или оставить золотым, сделать прям таким, да? Чтоб точно уже наверняка выглядела тачка такая. Ух, да, дополнительное оружие. Поставим. Шипастые. Ставим шипастые. Так, вот мы затюнили тачку. Ну, затюнили-то громко сказано. Поменяли раскраску и установили оружие. Так, секундочку. Сейчас. Ну, понимаете, да? Бесполезные пулеметы. Да. Ну, выглядит прикольно. Так, чтобы сбросить шипы, нам нужно удерживать. А, даже не нужно удерживать. Просто нужно нажать крестовину вправо. На геймпаде нажимайте крестовину вправо, и у нас выбрасывает такую мину. Так, после чего у нас что происходит с колесами? Ну вот, видите, сам себе пробил колесо. Грубо говоря, на него надо наехать, и она взрывается. Пожалуйста, минус второе колесо. Еще раз повторюсь, крестовина вправо. То есть влево у нас переключаем музыку, вправо. Включаются фары и выбрасывается мина. Улучшенные шины, пулестойкие покрышки, да, чтобы самим не наехать на эту фигню. Так. Есть. Как видим, защищает, короче. Пулестойкие шины защищают от этой бомбы. Так, чел, не советую тебе за мной ехать. Так, он еще и факт показывает, нормально. А ну. Так, покошмарим. А, ну, давай, наедь.
Есть, пробили колесо NPC. О, вот полиция. Не знаю, да. Пулеметы. Разве что только сблизи расстреливать. Да, уж такое, блин, никакое. Ну вот эта байда стоит 1 400 000 с чем-то, там 470 что ли. Так, давай наедь, 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 наедь. А, я не понял, чем это не берет. Ну, кстати, разве что от полиции сваливать. Ай-яй-яй-яй-яй. А убивают она, ура. Расстреливают машинки. На этом все, ребята. Всем пока-пока, до новых встреч. Ну а выводы уж делайте сами. Стоит ли эта машинка ваших денег? Это уже решать только вам. Все, пока. Ох, засмотрелся.